Третье, о чем хотел здесь сказать, это направление связано с мониторингом, тоже о чем сейчас Борис Семенович говорил. Действительно, одна из функций Совета по профессиональным квалификациям – это в том числе мониторинг рынка труда. Мне кажется, очень важным доработать формат такого мониторинга, чтобы он помогал и определять контрольные цифры приема в колледжах, в системе среднего профессионального образования и в системе высшего образования, о чем сегодня на профильной сессии говорил заместитель министра Миноборнауки, о том, что эта работа ведется, и система распределения контрольных цифр приема должна стать более гибкой. Вот увязка этого мониторинга с реально реализуемыми форматами воздействия на содержание и пропорции системы профессионального образования, мне кажется, тоже очень достижимым результатом, который можно в наступающем году реализовать. Ну и последнее, о чем хотел сказать, во всем национальной системе квалификации, кроме того, что это документы, это профстандарты, квалификации, это еще и непосредственно люди, да, те организации, которые берут на себя лидерские функции для того, чтобы то, что зафиксировано в нормативных документах, реально реализовалось на практике. Поэтому я хотел бы поблагодарить искренне коллег из Совета профессиональной квалификации, из региональных педагогических центров, которые берут на себя функции лидера, драйвера, реально реализующего эти задачи. Думаю, что мы совместно в наступающем году продолжим все вот эти приоритеты реализовывать и сможем достичь значимых результатов. Спасибо большое.